Притча про царя и его сына. Жил один великий царь. Как состарился царь и пришло время умирать ему, вызвал он единственного своего сына и наследника и сказал: «Сын мой, сам видишь, одной ногой я уже в могиле, не сегодня, а завтра умру, и сам ты один останешься, и все царство в твоих руках будет. Иди, поставь себе везде, где найдешь нужным, по надежному убежищу, чтобы в горе или нужде ты мог укрыться там и найти себе приют». Послушался сын отца и тотчас отправился исполнять его наказ. Взял с собой побольше денег, ходит по всему царству, и где только понравится ему место, гора ли то, долина, деревня или дикий лес, строит себе прекрасные дворцы. Поставил он так много дворцов и, довольный, вернулся домой. Призвал его отец и спрашивает: «Что, сынок, выполнил ли ты мою волю, будет ли у тебя где укрыться в тяжелую минуту?» «Да, отец, — говорит сын, — везде, где только понравилось мне место, в горах или в долине, поставил я прекрасные дворцы». «Горе твоему врагу, сын мой, — говорит отец, — ты не те дома строил, о каких я тебе говорил. Пустые дворцы, сынок, не помогут в горе и не укроют от беды. Я тебя учил по всему царству найти честных и верных людей, полюби их, подружись с ними, и они-то и дадут тебе верное и надежное пристанище в тяжелую минуту. Знай, если есть где у человека верный и честный друг, там и убежище для него найдется».